На днях на центральной площади города Рени караул 31-й государственной пожарно-спасательной части ликвидировал последствия чрезвычайного происшествия. С поставленной задачей караул справился ровно за 4 минуты. Как вы догадались, это была учебная тревога. Сьогодні на території площі ми провели показові тактичні навчання з ліквідації дорожньо-транспортної пригоди та гасіння пожеж на цьому транспорті. А також ми провели ряд аварійно-рятувальних робіт з деблокування постраждалого з автомобіля за допомогою гідравлічного інструменту, за допомогою наших автомобілів. Спеціально аварійно-рятувальна машина легкого типу та нашої автоцистерни пожежної, яка розводила саме гасіння пожежі. Дана презентація була проведена в рамках семінару по чрезвичайним ситуаціям проєкту, який фінансується за європейські дії. В рамках программы трансграничного сотрудничества между Румынией и Украиной 2014-2020. Проект называется «Система раннего интегрированная система раннего реагирования на случай техногенного и природного катастроф в приграничных регионах. В случае потопления, повышения уровня воды, дождей, ураганов, пожаров». Ці показові навчання були для наших колег з Румунії, які ми показали, що ми можемо і як ми діємо при даній виді ситуації. Примар румынского города Исакча Анастас Марару был впечатлен. То, что он увидел сегодня, уровень оснащенности нашей службы чрезвычайных ситуаций, реагирования, быстрого реагирования, командного духа, который он сегодня увидел, порядка. Он говорит, что жители Ренийской громады могут быть спокойны. Анастас Марару рассказал, что в Румынии существует две системы МЧС на уровне государства и местная. Государственная служба финансируется из госбюджета, а местная – из городского. Но это только 4 человека. Остальные выполняют функции в качестве волонтеров. После админреформы в Украине наши службы спасения тоже разделены на государственную и местную. Что же нам даст реализация программы трансграничного сотрудничества? В рамках этого проекта на территории Ренийской громады будут установлены сирены, которые будут оповещать людей о техногенных ситуациях природного и техногенного характера. Программа по установке сирен – это только стартовая на территории Ренийской громады. В перспективе вся Одесская область должна будет подключиться к этой системе, и на территории всей области будут установлены эти сирены. Также будет в рамках проекта приобретено пожарное обмундирование для нашей группы ребят из Ренийского МЧС.